проблемы с теплосетью бывают во дворе дома 18, корпус 1, по улице Высоковольтной каждую осень. Татьяна и другие жильцы уже могут с закрытыми глазами составить карту коммунальных раскопок. В этот раз ремонтировали участок под дорогой. После работ в порядок его не привели. Трактор приезжал, тракторист сказал, что деньги нам дадут сегодня или нет. Нет, не дадут. Ну и я поехал, я и закапывать не буду. Дома тепло, да. Ну так не совсем на полную прям мощность. Чуть-чуть убавлено отопление, но они полностью не отключали. Между тем, яма постепенно начинает превращаться в помойку. За ограждение уже начали выбрасывать бытовой мусор. Дворник Валерий рассказывает, асфальт на этом участке и до ремонта теплотрассы был не в лучшем состоянии, а теперь вообще не пройти, не проехать. Ну вот такой вот асфальт был. Ну на асфальт, что на асфальт? На что делать, а не яму тут? Вот что я подметать, видите, одна грязь, одна пыль. На что асфальтировать? Что, они дороги делают, а вот где между домов ничего не делают. Почтальон вынужден обходить место ремонта теплотрассы по тротуару. Другой дороги к домам нет. Приходится все обходить кругом. Ну, а что поделать? Значит, так работаем наши коммунальщики. Людей жалко, конечно, переходят здесь. Ну, вот уже, наверное, сколько? Недельно накапано здесь, ничего не делают. Мы обратились в администрацию города и РМПТС с предложением прокомментировать ситуацию и будем следить за развитием событий. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».